Остаемся без слова. Старейшее издательство города перестанет выпускать газеты. Предположительно, производство остановится уже 1 апреля. Напомним, в 2014 году у издательства сменился хозяин. Тогда гендиректор «Слова» Виталий Григорьев выражал надежду на то, что полиграфическое производство не будут закрывать или перепрофилировать. Надежды не оправдались. Со следующего месяца здесь не только перестанут печатать газеты, но и сократят штат работников на 30 человек. Новость вызвала негодование со стороны регионального министерства информации и печати и членов общественной палаты. По их мнению, «Слово» – бренд нашего города. Начиная с газет «Коммунист» и «Заря молодежи» до настоящего времени в издании трудятся профессионалы своего дела. Ликвидация издательства – потеря для нашего города. Для Саратова это бренд. Бренд издательства «Слово», которое находится в центре города, на улице Волжской. Это история нашей журналистики. Поэтому, конечно, это утрата, большая утрата для нашего Саратова. И мне кажется, все-таки те, кто владеет им знанием, ну, в частности, речь идет о Маркаде Евстафьеве, но надо как-то все-таки думать.